правительстве Курганской области обсудили демографическую ситуацию. На сегодняшний день она достаточно тревожна. Процент рождаемости понизился, а число смертности, наоборот, растет. На заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Курганской области, обсудили способы решения демографической проблемы. Смертность – это не только, это мультифакторная проблема, и она касается не только здравоохранения, она касается различных отраслей сферы жизнедеятельности общества. Поэтому здесь присутствуют представители разных отраслей, и наша задача с вами принять все возможные меры для того, чтобы снизить смертность населения Курганской области и увеличить рождаемость населения. По данным статистики, число смертности в Заурале за первое полугодие текущего года вырос на 6%. Притом естественная убыль населения составляет 592 человека. Нам удалось снизить смертность от таких заболеваний, как от новообразования, смертность от туберкулеза, смертность от ДТП. Младенческая смертность снижена значительно на 30%. Не было случаев материнской смертности. Но смертность от болезней системы кровообращения, к сожалению, по сравнению с предыдущим годом, рост, и он свыше 30%. Смертность от болезней органов дыхания и смертность от болезней органов пищеварения тоже имеется рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты Департамента здравоохранения считают необходимым помнить о том, что на территории области достаточно малонаселенных пунктов, где проживают люди пожилого возраста. Соответственно, необходимо знать, в каких условиях они живут и как доступна им медико-социальная помощь. Во всех районах Зауралья нужно создать патронажные группы, задача которых будет заключаться в оказании посильной помощи отдельным категориям населения.